чем столетие прошло со времен начала экспансии человека в космос. За эти годы человечество возмужало и окрепло, объединенное железной рукой империи. Имперский военно-космический флот при поддержке патрульной службы обеспечивает власть империи на огромных пространствах. Я уже почти на месте. Привет, дружище. Рад, что ты тоже решил стать наемником. Я знаю, что твой транспорт сбили пираты. Ну что же, я тебя понимаю. Думаю, ты станешь отличным напарником. Но сидеть за штурвалом истребителя — это не совсем то же самое, что управлять транспортом. Я не зря назначил тебе встречу на старом тренировочном полигоне патруля. Сейчас мы посмотрим, что ты умеешь. Самая важная информация о твоих задачах записывается в список заданий. Просмотреть его можно с помощью кнопки в нижней правой панели или по горячей клавише Q. Для начала освойся с управлением камерами наружного наблюдения. Попробуй осмотреться. Повращай камеру вокруг своего корабля. По умолчанию стоит тип камеры «Фокус». Вращение камеры можно производить двумя способами. Подведя мышку... Прекрасно. Теперь несколько раз повращай камерой вверх-вниз. Это совсем не сложно. Отлично. Для полного восприятия тактической ситуации тебе необходимо научиться приближать и удалять камеру. Приближать и удалять камеру можно с помощью колесика мышки или одновременно зажав левую и правую кнопки мышки. Для начала отдали камеру от корабля, чтобы он стал еле заметен на экране. Очень хорошо. Максимально приблизь. Отлично. В верхнем правом углу твоего интерфейса находится панель управления камерами. Позже ты сможешь поэкспериментировать с ними сам. Свободная камера. Следящая камера. От третьего лица находится немного позади корабля. Фокус. Камера, привязанная к объектам. Используется по умолчанию. Справа вверху, сразу под панелью управления камерой, находится панель контактов. Как только в поле действия твоих сенсоров входит любой корабль, для него появляется закладка. С помощью этой закладки ты также можешь фокусироваться на корабле и отдавать приказы. Ты можешь сфокусироваться на любом объекте, который видишь. Попробуй сфокусироваться на моем истребителе. Понял. Понял. Ясно.